Я так считаю. Я так считаю. Это мое мнение. И это точка зрения моя. Как часто слышим эти выражения, что разные нам люди говорят. Бывает интересным чье-то мнение, но кто умен, воспринимает только факт. Сегодня многие освоили умение манипулировать сознанием зевак. Ведь пропаганда и интерпретация – родные сестры, так они близки. Геббельс просил лишь средства информации, чтобы в свиней кого угодно превратить. И чтобы нас не вводили в заблуждение ни точки зрения, ни чей-то мудрый взгляд, освоить важно нам одно умение – сомнению подвергать, что говорят. Важно сформировать картину мира нам, основанную на фактических вещах. Тогда кому-то нужными ориентирами не сбить нас, даже в самых мелочах. Отсюда вывод набивается само собой. Надо учиться делать выводы самим. Тогда не запугают нас прогнозами, манипуляции с собой мы избежим. Такое вот мое простое мнение. Такая точка зрения моя на мнения, интерпретации, суждения, на тонны слов заумных и вранья. Существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.